Так, у парня бластер, смотри. Он стреляет шприцами в бабулю. Да ладно. Но ей пофигу. Ты видел, она просто развернулась и дала ему по щам. Так, опачки, я просто спрятался. Парень здесь занят уже. Иди отсюда. Сорян, братан. Но это было мое место. А все равно бабуля нас завалила. Ты смотри, ничего себе. Бабулю победили. Да ладно, подожди, а что происходит? Я-то почему умер? Это же бабуля развалилась. Мяу. Всем привет, Мурмяу. С вами котенок Лайк. И сегодня мы продолжаем играть в Roblox бабулю. Смотри, у нас новая карта. И все, кто видит это видео, ставьте, пожалуйста, лайки котенку Лайку. Я буду вам очень благодарен. Бабуля что-то тусуется, туда-сюда бегает, смотри. Привет, бабуля, как дела? Она нас поймала. Слушай, ну эта карта поинтереснее, чем была у нас предыдущая в Роблоксе, потому что здесь вроде как есть всякие ключи. Даже есть медвежонок бабули. Так, снова бабуля на нас смотрела. Она вроде пока застряла. Здесь капкан, смотри, пацан завис. О, синий ключ. Да ладно, почему бабулька на нас вышла, а парень успел выйти в дверь? Интересно, что там здесь вообще, можно сбежать или нет? Напиши мне в комментариях, напиши мне, как у тебя дела, чем занимаешься. Что делаете, друзья? Мне это все интересно, я буду это периодически читать по возможности. А пока у нас есть коричневый ключ, хотя он мне показался зеленым. Смотри, он подписан коричневым, хотя он зеленый. Отлично, автор молодец. Так, здесь яма, мы это все помним. Код от двери 666. Ну, что-то неудивительные цифры, честно говоря, для такой карты. Смогли перепрыгнуть. Так, а дальше? Мы сюда на кухню сможем провалиться? Да, мы здесь провалились, только в ванну, да, я перепутал. Так, теперь у нас есть синий ключ. Шкаф. Шкаф можно прятать. Что-нибудь? Скорее всего, себя, конечно. Так. Бабуля пришла, бабуля, смотри, она лысая. Почему-то что дедуля, что бабуля лысая. Я надеюсь, у нас не отберут наши ключи, потому что мы их достаточно долго искали, мяу. Нет, их не отобрали. Слушай, я могу открывать шкафчики? Шкафчики, к сожалению, открывать не могу. Так, у парня бластер, смотри. Он стреляет шприцами в бабулю, да ладно. Но ей пофигу. Ты видел, она просто развернулась и дала ему по щам. Так, опачки, я просто спрятался. Парень здесь занят уже. Иди отсюда. Сорян, братан. Но это было мое место. А все равно бабуля нас завалила. Ты смотри, ничего себе. Как-то жестко. Как-то она нас прям через стены нам дала по щам. Да отойди ты, парень, ну отойди. Я хочу посмотреть, что здесь еще есть. А, надо же сходить за медвежонком. Точно, точно, ребята, ребятушки. Hello, привет. Так, бабуля пока там втыкает в стену. Мы быстренько отсюда убежим. А, фиолетовый ключ у нас он есть? Фиолетового не было. Тут открыть я ничего не могу. А, так, 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 так. Подожди, желтого тоже не... Бабуля, бабуля, пожалуйста, не трогай. Я могу спрятаться? Смотри, здесь из потолка торчали ноги у ребят. Девочка плавает по полу. Это очень круто. Ладно. Нам все-таки надо с тобой дойти до подвала. Да что ж вы куда все лезете? Это картина, которую надо собирать. Шар для боулинга, что ли? Или ядро для пушки? Может, бабуля из пушки стреляет? А, смотри, здесь даже выход во двор есть. Давай-ка мы с тобой проползем. Как тут вставать-то? Управление, конечно, не самое удобное, честно говоря, мяу. Но все равно интересно посмотреть, как же все это переделает автор из оригинала. Здесь, смотри, лазеры. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, ключ-то у нас есть для домика. Давай-ка мы с тобой... А, здесь золотой, смотри. И чё, куда нам золотой-то? А! Чё было-то? Подожди, на лазеры, что ли, нарвался? А как? Я вообще в дверь не мог зайти, мяу. Жестко. Ладно, ладно. Надо нам все-таки пройти. Так. Подожди, я забыл, где медвежоночка брать. По-моему... Где-то... Так, вон бабка была, там ее спина. Давай мы сделаем вот так.
Сейчас этот проплывет, пловец. А, точно, там же надо ящики отодвигать. Здесь они есть или нет? Все, мы пришли к зеленой двери, кстати. У нас есть ключ, но почему-то нас туда не пускают. А, потому что над коричневым, подожди. Вообще ничего не пойму. Я же выбрал коричневый ключ, который зеленый, но он не открывает эту дверь. Что за жесть? Ладно, давай с тобой мы... Красный ключ нам нужен. Да что ж такое-то? Вот он, медвежоночек. Медвежонка мы нашли. Так, я его взял. Давай-ка разбираться. Золотой это тот желтый, точняк. Точно, точно, друзья. Значит, нам надо сейчас выйти на улицу, взять фиолетовый ключ. Надеюсь, бабуля свалила отсюда. Есть, бабуля ушла. Мы взяли? Да, у нас есть Тедди, пурпурный ключ, он же фиолетовый. И нам надо вот сюда вот зайти. И, кстати, надо сходить к колыбельной кроватке, если она здесь есть. И попробовать туда положить медвежонка. Так, здесь кто-то поставил ящик после овощей и фруктов. Так, ладно. Так, 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 так. Отлично. Чё? Чего? Подожди, это что было? Я оказался у Мишки. Какого лешего, ребята? У парень открыл, да я возьму. Да что ж ты, жадину такой, себе взял ствол, а мне нет. Опять этот коричневый ключ. О! Бабуленцы, ты чё там? Так, дай-ка мне пройти в подвал, бабуля. Здесь у нас ничего нет. Мы только можем вывалиться на кухню и все. Так, бежим, 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 пожалуйста, бабуленцы. Мяу, нет, бабуля, бабуля, да это хорош. Фу, все, мы от нее убежали. Теперь мы можем пойти все-таки взять наш ключ. Я надеюсь, мы в этот раз, мяу, не провалимся куда-то, не пойми куда. Какой-то телепорт был непонятный. Ладно, проскакиваем. Так, эти лазеры меня смущают. Камеру мы не можем отодвигать, друзья, на этой карте. Только вид из глаз. Ну, в принципе, как и в бабуле. Так, подожди, что за звук? Ладно. Слушай, желтая дверь, она сюда и выводит. Так, нам заползать, что ли, надо? Чё, я же достал ключ-то. Есть! Есть, кое-как. Спустя все эти баги мы сюда заползли. Только я не пойму, я взял ключ, нет? Вроде взял. Теперь бы отсюда выползти. Вообще, что за лаги? Что за глюки? А, слушай, надо же этот включить. Парень прошел. Не знаю, видел нас или нет, но он развалился. Приятель, тебе нужен ключ, который есть у меня. Так, это какой? Золотой, да, вот этот? У нас почему-то их два, кстати. Закрыто. И вот этот. А, все, подожди. Я уперся в стол. И я оказался на кухне. Слушай, а где мне взять красный ключ? Бабулька вряд ли мне подскажет. Бежим, бежим, бежим. Так, я что-то не пойму тогда. Если мы взяли золотой и зашли сюда. Коричневый, зеленый, подожди. Вообще запутался в этих ключах. Одно название одно, ключ выглядит по-другому. Давай искать двери. Так. У нас какой-то еще ключ есть, правильно? От какой-то там двери. Вот они, эти коробки. Так, ну сюда мы заходим. Все, я понял, сюда мы зашли. Здесь мы взяли медвежонка. Тут у нас... По идее, это вот это. А, здесь просто рулька мясная. И все, больше ничего нет. Это чтобы прятаться от бабушки. Так, я тоже хочу пистолет, ребята. Я тоже хочу всадить бабке парочку уколов.
Но где мне его взять, мяу? Пиши, пиши в комментариях, где на этой карте взять пистолет. Потому что я не пойму, то ли я совсем слепой котяра, то ли я не знаю, ребята. Так, бабуля, опять бабуля, что ли, за мной бежит? Да, вот она мчится. Ну, вроде она успела от нас отвернуться. Там выход на улицу. Здесь ничего. У нас есть ключи, а куда их применять, я не знаю. Серый ключ. Так, ты в меня-то не стреляй, дружище. Это совсем не прикольно. Та-та-та-та-та-та. Да, это, конечно, версия бабули больше смешная, чем страшная. Но все равно, не пойму, где. Опять в ванную, синий ключ взяли, это взяли. В окно выпрыгнуть нельзя, все закрыто. Бабулю победили! Да ладно, подожди, а что происходит? Я-то почему умер? Это же бабуля развалилась. Ха-ха-ха, мяу. Вот это да, это, видимо, в нее очень много всадили шприцов, и поэтому бабуля развалилась. И что теперь делать? Что теперь делать, когда бабулю развалили? Даже как-то скучно стало и печально. А я биту могу взять? Нет, я трогаю ее биту и умираю. То есть, если ты дотрагиваешься до битой бабули, неважно, держит она ее или нет, ты все равно погибаешь. Интересно. А что теперь делать-то? Да. Дела. Ладно, давай взглянем, может, мы все-таки найдем. Красный ключ. Фиолетовый, это понятно. Ту-ту-ту-ту-тун. Бабуля ожила! Смотри, бабуля ожила! Да ладно! Вот это да! И что теперь? Бабуля! Опа! Бежим, бежим, бежим! Бабуля нас сейчас не догонит, я надеюсь, по крайней мере. Так. Что произошло? Я опять застрял. Походу, моя башка торчит вниз тормашками. Как у этого пацана. Смотри, что за лаги. Парень, ты как там? Все нормально, живой? Так, вот этот, смотри, пошел серым ключом вниз. И башка здесь его торчала. Может, надо как-то. Я не пойму, честно говоря. Я опять застрял в крыше. Опять кверх тормашками. И как мне. Все. Почему-то вот все время в этой комнате с медвежонком все застревают. Какая-то она мистическая. Так, все ключи. Что такое? Вот когда нажимаешь на 2, ты проваливаешься в комнату с медвежонком. Мяу. Жутко. Жутковато. Хотя я шучу, конечно. В Роблоксе жутковатость не выглядит жуткой. Так, бабулька пришла опять. Бабулька, бабулька нас накрыла. Ладно, я бегал здесь все, я не нашел, где взять красный ключ. Напиши мне обязательно в комментариях, а также подписывайся на мой канал. Ставь, пожалуйста, лайки. Всем до скорых встреч. Мур-мяу. Пока.